Все, Саша? Jamais 203. Это что значит? Бог любит троицу примерно. Понятно. Никогда два раза без третьего. Понятно. По-французски. Можно, да? Наконец-таки. Все. Марина, я очень рад вас видеть в Москве. И очень признателен вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение и прилетели специально для того, чтобы принять участие в передаче, посвященной Володе Высоцкому. Я думаю, что это естественно. Я тоже думаю, что это естественно. Скажите, я вам задам несколько вопросов, так сказать, ну, может быть, что-то будет и чересчур, так сказать, нескромно, но я думаю, вы найдете этот выход из любого положения. Скажите, пожалуйста, когда вы с ним познакомились и как это произошло? Я была в театре на Таганке. Как зритель? Как зритель, да. Я смотрела Пугачева, он играл Хлопушу. Ну, мне про него уже говорили много, про актера, про певца. А песни какие-то вы уже слышали до этого? Я слышала одну песню про кроликов и алкоголиков, и что похоже на Марину Влади. Это мне сыновья мои, которые были в лагере тут. В пионерском лагере, да? В пионерском, да. Отдыхали, сказали, что мама, мама, кто-то про тебя песню написал. Ну, и я, конечно, эту песню услышала. Ну, это смешно было очень. Потом меня повели в театр, и я, конечно, обалдела от спектакля и от его работы особенно. Ну, это был 67-й год. Вот, и потом мы очень долго дружили до 68-го. То есть вы после спектакля что, зашли к нему за кулисы, там вообще в мы театр? Мы пошли в ВТО, как всегда делается, после спектакля вся компания пошла в ВТО, и там он сидел тоже. Да. Ну, мы так говорили немножко. Потом он пел, конечно. Мы поехали к друзьям, он пел. Ну, и какое впечатление первое было, так сказать, у вас от него? Просто это... Ну, самое, конечно, большое впечатление – это на сцене. Потому что я в то время очень... Ну, я понимала русский язык, естественно, но у меня родители русские оба. Но все-таки я до 12 лет только говорила по-русски, примерно. А потом уже нет. Так что в этом... В тот момент я понимала, но не все. И, конечно, остроту текстов я не могла так полностью понять. Нет, он меня, конечно, больше всего первым делом я была потрясена работой актера, потому что в этой роли, в «Хлопуше», он выдавал всю свою силу. И весь этот трагизм, который у него, он трагик был, как актер на сцене. Вот. Ну, потом мы сидели, он пел, конечно, мне пел песни всю ночь. Влюбился сразу, сказал мне это сразу. Так. Ну, это было смешно для меня, потому что, вы знаете, актриса, часто ей говорят такие слова, в общем. Ну, мы потом долго дружили. И вы уехали во Францию, да? Я была на фестивале, потом я уехала, потом я вернулась на съемки уже с Юткевичем. И вот тут-то мы стали встречаться часто. Ну и так произошло. То, что у всех происходит нормально. Понятно. Скажите, пожалуйста, ну а вот как происходила свадьба? Ну, вы знаете, мы... Это было в Москве, да? Мы женились намного позже. Мы жили вместе 2 года. Было очень сложно, где жить, как, все это... Ну, понятно, не очень просто. Я все-таки француженка, актриса знаменитая. Ну, нам все-таки не очень мешали. Так что я должна сказать правду, что мы жили вместе. И когда, в общем, мы решили жениться... Все это произошло довольно спокойно. Не было никаких больших проблем. Это в Москве происходило? Да, да, да. Значит, конечно. Просто во дворце или там до бракосочетания? Ну, как все советские люди пошли, так. Женились и ушли. Понятно. Были 2 свидетеля, Сева Абдулов и Макс Леон. Так. Вот. Макс Леон – это корреспондент «Юманите». Да, это он меня, кстати, повел в театр первый раз. Понятно, это ему, значит, мы всем обязаны. В каком-то смысле, да. Я думаю, что я бы встретила Володю все равно. Ну, надо то есть было, вы считаете, чтобы... что раз на роду написано, то пересечение должно было произойти? Я ничего не считаю. Я совершенно неверующий. У меня нету
ощущение, что судьба есть какая-то, нет. Но я думаю, раз я жила год в Москве, я обязательно бы его встретила где-то как-то. И за этот год вы, в общем, так сказать, снова вернулось знание русского языка, и вы стали понимать, в общем, так сказать, песни. Нет, я все понимала, пришла. Но я не могла понимать все подтексты. Ну, оценить, я вернее, вот. Да, так сказать. Нет, и потом понять, в чем дело, про что он поет, конечно. Тем более в тот момент он больше всего пел такие шуточные песни, такие блатные песни. Озорные, вообще, ну, вот. Уличные. Вот, да. То, что был его, скажем, репертуар в 67-м году, это совершенно другое, чем то, что он пел в конце жизни, конечно. Ну вот, тогда мы вместе, как сказать, росли, в общем, все это время. А свадьбу где отмечали? Ну, были какие-то друзья, застолья? В Грузии? В Грузии, да? Нам устроили. Просто улетели туда, да? Нет, но это было позже. Ну, мы не как сказать, мы не жили как по расписанию. Мы женились после того, как мы жили вместе. Ну, это я понимаю. Свадьбу мы сыграли, как говорится, да? Да, сыграли. В Грузии, где нам устроили колоссальный пир. Где мы сидели 7 часов за столом, вообще это такое воспоминание. Но в мы Тбилиси не пили, или где-то? В Тбилиси, да, в квартире, где такой чудесный пир. Пели потом люди, мужики, замечательно пели. Ну, потом мы были на Грузии, на теплоходе у Гарагули, у Толи, наш первый капитан. Мы сделали такую поездку. Это было по Черному морю? Да. Это, кстати, свадебное путешествие, что ли, вроде бы, да? Да. Просто точно. Как в старину было, как да? говорится, свадебное путешествие на теплоходе. Старая Грузия была тогда, чудесный да. теплоход. Я помню, на ней тоже был. Ну, все были. И Гараболь узнал тоже, да. Скажите, пожалуйста, Марина, ну дальше вот началась совместная жизнь, но вы знаменитая, популярная актриса, которая должна работать во Франции. Он артист театра и кино, здесь много работает, снимается. Как же, так сказать, началась эта жизнь? Вы там, он тут. Как это происходило? Ну, это происходило, что мне нужно было иметь очень хорошее здоровье. Потому что я ездила туда-обратно бесконечно, раз он 6 лет не ездил во Францию. И было очень сложно для меня, потому что у меня 3 детей тоже, к тому же, сыновья. И работа, и надо было продолжать быть актрисой, потому что нельзя все бросить и сидеть на месте. Ну вот, так что жизнь была очень такая сумбурная. То есть все время вы ездили просто как челночные операции? Вот, такие 6 лет, да. 6 лет подряд я ездила несколько десяток раз туда-обратно. Скажите, пожалуйста, а вот вы в связи с этим не было ли разговоров у вас о том, что, может быть, имеет смысл вам переехать в Россию или ему переехать во Францию? Вот то есть, эта проблема как-то стояла вообще все-таки? Вам же, наверное, хотелось быть рядом, быть вместе. Нет, вы знаете, мы с первого же дня поняли, что мы будем жить так, как мы жили, в конце концов. То есть он имел свою жизнь, и я свою. Мы жили вместе душевно, конечно, мы говорили по телефону. Благодаря, я должна сказать, чудесным телефонисткам советским. И мы общались ежедневно и по телефону писали. Подолгу разговаривали? Ну, очень долго. Подолгу, да. Очень долго. Нас просто забывали, к счастью, и мы говорили. Заработанные деньги уходили на оплату разговоров. Да, и на самолеты. Вообще это очень, все это было довольно сложно в начале, хотя в конце концов потом все это по-другому устроилось, но... Нет, мы знали, что мы будем жить не вместе постоянно. Ну, вы знаете, все актеры так живут. Мы рассчитали, что мы все-таки больше живем вместе, чем большинство советских актеров, например. Потому что я часто бывал и тут, 8 месяцев в год примерно. Это очень много. А потом Володя стал ездить ко мне, так что мы... В итоге мы все-таки жили вместе примерно 8 месяцев в год. Это очень много. Скажите, пожалуйста, ну вот я задам такой вопрос, а Володя был ревнив или нет? Да, и я тоже. И вы тоже, да? Да. Понятно. И это проявлялось достаточно бурно или, так сказать, ну, вы знаете, подспудно? Надо сказать, что у нас темпераменты совсем неспокойные. У обоих. Даже если кажется, что я очень такой спокойный человек, я совершенно не такая. А он вообще был человек очень, естественно, темпераментный и... взволнованный,
Так что наша жизнь была все, но не спокойная, конечно. Ну и были размолвки, бывали ссоры. Мы очень ссорились, ну как все, вы знаете, мы же люди нормальные, несмотря на то, что он, вероятно, гений, он все-таки человек был. Ну это, конечно, понимаете, это, кстати, гений обязан быть человеком, иначе просто это невозможно, понимаете, я так Да, но я так понимаю, что сейчас, к счастью, я хотела поблагодарить всех, которые позволяют эту передачу, и вы, которые ее первым делом предложили и ведете. Это просто долг, понимаете, это мы выполняем долг перед огромным количеством людей, которые любят Высоцкого, да. Которые слушают его, и в каждом доме есть его записи. Так что это естественный отклик на любовь народную. Я очень хочу сказать благодарность свою за то, что в конце концов это делается. Прошло 6 лет со дня смерти, все-таки примерно. Уже даже больше. Даже больше. Так что я очень рада, что наконец-таки это будет. Марина, скажите еще такой вопрос. Извините, что я вас перебил. Значит, а вот какие отношения были у вас, скажем, с сыновьями Володи и у него с вашими сыновьями? Просто мне интересно. С его сыновьями очень редкие общения, потому что были очень сложные общения между ними в семье. А с моими они просто его любили как, ну, не как отца, потому что он молодой все-таки парень всегда и выглядел очень моложаво. Но они его очень любили и любят до сих пор. Скажите, и помнят его? Да, конечно. Ну, как то, знаете, человек, который встречал Володю, даже раз он его помнит. У меня друзья в Италии, на Таити, все, где, везде, где мы были вместе, во всем мире фактически, он со мной был. И там люди его видели, может быть, раз, один вечер, и они всегда его помнят, и про него спрашивают, и говорят. И... Вы вместе никогда ни в одной картине не снимались? Один раз. В какой? Это... Единственная венгерская. Дорога? Нет, венгерская картина, да. Как она называется? Эккеттен. Да, я даже не знал про это. Да, понимаете? Никто не знает. Это в каком году было? В 73-м, что ли, 4-м, я не помню. Понятно, а так больше никогда вместе вы не снимались? Нет, вы знаете, мы хотели сниматься вместе, были даже пробы такие. Но, к сожалению, это не вышло, и я очень жалею, потому что... Мне кажется, что это было бы очень хорошо для него тоже, если бы я могла с ним работать иногда. Скажите, а как он вот сочинял? Вот говорят, что он писал ночами вообще, так сказать. Нет, он писал... Ну, расскажите, как это было? Он писал в любое время и по-разному, потому что были вещи, которые у него по месяцами в голове крутились, и он так... Понятно было, что он что-то придумывает, что у него что-то в голове делается, которое уже... дает ему такой вид, понятно, что он не тут. А другие разы он просто сидел и писал впрямую, так что у него творчество очень... И по ночам тоже работал, да? Ну, конечно, по ночам. Он же работал целый день в театре, репетировал. Да, театр, кино. Кино. Выступления. Выступления. Очень много, да. Ну, поэтому, он работал когда он 20 успевал часов это... в день. Но он не спал, он спал 4 часа в день. И все. И это ему хватало, этого? По-видимому, не хватало, а то бы он не умер. То есть он просто, так сказать, сжигал себя... Ну, естественно, как все люди, которые слишком много работают и слишком много живут, потому что он не только работал, он тоже пьянствовал, он тоже любил жизнь, он тоже безумствовал. То есть он был человек очень разнообразный по... стороны разные характера. Многогранный. Многогранный, точно. Скажите, пожалуйста, ну а чем он вас вот... Расскажите какие-нибудь случаи, когда он вас удивил, поразил, неожиданно ли что-то сделал, чего вы не ожидали. Ну, вспомните, пожалуйста. Это невозможно, это ежедневные случаи. Он поражал все время. Ну, расскажите, вот в чем это? Я не могу это, да, я не могу вам рассказать 12 лет жизни. Нет, 12 не надо, расскажите один день. Один день, это... Он был поразительно добрый, щедрый очень собой, временем своим... Хотя это не поразительно, потому что это чувствуется у него и в лице, и...
То есть он... Больше всего, я думаю, меня поражало, когда он выступал перед публикой, конечно. Потому что у него такой был шарм и такая сила на публику. Он так держал свою публику, даже в колоссальных залах, где он стоял один, тоненький, маленький человечек, потому что он был, в общем, довольно такой скромный человек в смысле фигуры. Он был маленький, тоненький, беленький такой. Он был немножко без... Если его так встречать на улице, он был, ну, как любой. Не обернешься. Абсолютно. А на сцене вдруг у него что-то... И он становился гигантом просто. Скажите, пожалуйста, Марина, вот он, ну, он когда вот сочинял стихотворение, он его вам сразу читал или он уже, так сказать, дожидался тогда, когда он сочинит музыку и уже пел вам? Вот. Нет. Мне просто это интересно. Нет, он мне читал, он мне даже звонил ночью в Париж, когда мы и не были. И читал стихи по телефону, да? Да. А потом второй раз уже, так сказать, когда он сочинял потом, мелодию. Может быть, он сочинял первым делом мелодию. Кстати, про него как композитора очень мало говорят. Он чудесный композитор, у него очень красивые мелодии. Очень запоминающиеся. И, ну, это естественно. Они его сразу входят, так сказать, они, в уши и в души. И работают на текст и так далее. Но редко его признают как композитора, а он на самом деле очень... богатый композитор, в смысле мелодический, конечно, он не ну да, ну не оркестровщик, не эстрадный. Конечно, нет. Там, но он, но мелодию... Вот мелодию он находил прекрасно. Иногда он находил прежде всего мелодию. А бывали случаи, что он писал на мелодию стихи, конечно, а не наоборот? Конечно. Потому что я-то думал, что он всегда сначала писал стихи. Нет, ну это редко бывало наоборот. Mm-hmm. То есть мелодию он редко писал раньше, чем стихи. Mm-hmm. Обычно это стихи. И на них он находил мелодию. Скажите, пожалуйста. Он много писал тоже по заказу. Это тоже люди то есть мало для знают. Фильмов, ну, вы знаете, для спектаклей. То, что нужно сказать, я вот очень счастлива, что я могу это сказать перед публикой, перед всей публикой России, что он писал все-таки примерно 800 текстов. Пока издали 90, ну, теперь издают еще немножко. Я думаю, что больше всего нужно надеяться, что все издадут. Даже то, что кажется людям, которые занимаются искусством, между кавычками, даже если это кажется слабым, я думаю, что публика достаточно взрослая, чтобы сама разобраться, что хорошее, что плохое, в смысле качества, в смысле морали там, или этики, у него ничего плохого нету. Он это был человек знаю, да. очень чистый. И очень честных убеждений. И он себя отдавал. То есть он был щедрый, и он любил свою публику и свою родину, потому что он все-таки приехал сюда, чтобы умирать. Он не умер на Западе, он не жил на Западе, он не уехал отсюда. Так что я думаю, что надо издать быстро все, что он писал. Ну, сейчас вот издается я целый знаю. Ряд. Ну, я очень рада, я надеюсь, что на 50-летие будет большое издание, полное собрание его творчества. Потому что тогда можно его понять, и не надо уже не слушать интервью ни меня, никого, и просто читать его, и нет, все понятно будет. Интервью вас все равно надо слушать, потому что это, понимаете, вы можете рассказать то, чего не может рассказать никто другой про него, понимаете? Ну, да, так, это очень конечно, важно. Это бесспорно. Скажите, а вот он очень переживал и страдал от того, что его не печатают при очень. Жизни? Ну, расскажите, вот что, так сказать, как это? Он предлагал свои стихи? Он везде предлагал, он всем спрашивал помощи, всем поэтам. И никто не мог ему помочь, к сожалению. Он очень переживал, хотя это смешно, потому что его любила публика как никого. И он это чувствовал при жизни. То есть он не был поэт Моди, которого никто не знает, и который сам пишет у себя и все в стол кладет. Нет. Его знали, его любили, он знал, что его слушают, что пленки везде бывают, во всех домах. Я помню, как мы однажды ходили по улице, первый раз, когда мы вместе так гуляли немножко, как влюбленные молодые люди, хотя мы были уже не такие молодые. Ну, молодые. Нет, ну, в общем, у нас у обоих было дети, мужья, жены и так далее до этого. Но мы ходили, и была летняя погода такая, или весной, я не помню, и из окон шли пленки Высоцкого. Вся улица, из каждого окна другая песня. И он жутко
Гордился? Гордился в то же самое время. Хотя, конечно, стеснялся. Он был очень странный. Перемешка у него была очень большой гордости, ну, актерской гордости. И в то же самое время большая скромность, натуральная скромность человеческая. Ну и вот, и мы ходили очень длинную улицу, я не помню, какая это была, Малая Грузинская, что ли, где-то поблизости к нашему дому последнему. Потому что мы жили в многих домах. А вот как вы жили? И вы у многих что, снимали? Людей? Мы снимали, нам одалживали. Так. Мы жили... Пускали друзья просто к себе, да? Пускали на кухню, мы жили в коридорах. Ну везде, ну как люди, как все люди, я думаю, которые ищут... Пока вот не построили вот эту квартиру на Малой Грузинской. Да, да, но это было 6 лет потом. Мы 6 лет жили везде вообще, и у матери жили тоже. Вот, и мы шли по этой улице, отовсюду песни его. То есть он знал, что публика его любит, что его знают, но он, как каждый артист, я думаю, что он хотел, чтобы его признали официально, а этого ему не было дано, к сожалению. А что он для себя считал наиболее важным, скажем, вот сочинение песен или актерскую работу? Нет, это... конечно, поэзию. Поэзию, да? Конечно. И именно поэзию, так сказать, даже Кстати, без вы знаете, исполнения? Самое, как можно сказать... Пример самый важный, что он умер, у него было, ну, конечно, все это внезапно было, как вы можете себе представить, 42 года. Но у него все рукописи были в порядке. То есть он хотел, чтобы была книга, да? Нет, он знал, что нужно все это беречь. И все это я взяла и положила в СГАЛИ. Так что рукописи... Это в архив, да, литературный? Да, и да. Все рукописи там сейчас? Все рукописи в России, все. То есть не только поэзия, и проза, и его эти самые записки и так далее. Так что это важно знать публикой, что все его, то, что он написал рукой своей, все это я отдала в СГАЛИ. И это есть, и из этого можно сделать полное собрание его текстов. И это моё большое, большая надежда. Марина, скажите, я знаю, что он хотел вот в последние годы поставить фильм как режиссер. Что это был? Это уже был сценарий, был готовый замысел, или это были такие еще пока абстрактные? Нет. Там в двухтомнике, который вышел назад, и там много песен, ну, немного, но есть ряд песен, которые не он писал. Ну, конечно. Ему приписывают вообще то, что там, я знаю, там песня Галича, одна песня Шпаликова, одна песня... Я не очень откровенный вопрос задаю, ничего, нормально, вы как-то, если что, вы выкручиваетесь. Марина, скажите, вот я знаю, что он в последние годы хотел поставить фильм как режиссер. Это были какие-то уже конкретные сценарии были, или это были просто вообще мечты о том, чтобы попробовать себя в новом качестве? Я думаю, что он всегда хотел, он писал очень много сценариев, он хотел ставить, быть режиссером тоже, попробоваться на эту работу. Он очень хотел... что в Одессе была уже договоренность даже какая-то, по-моему. Ну, я не помню точно, какие были там... Серьезные ли это были предложения, или просто он мечтал это делать. Но я знаю, что он хотел, конечно. Но он все хотел делать, он хотел ставить в театре тоже. Он писал сценарий, я вам сказала, очень интересный. А прозу он писал? Писал прозу, конечно, у него. Что, рассказы, повести? Рассказы, повести. Ну, маленькие новеллы. Законченные, они существуют, есть, да? Есть 2-3 законченные, да. Сценарий есть. Так что если бы он еще пожил, то, может быть, он бы и стал бы писать Я прозу. Я думаю, что он, вероятно, перешел бы на прозу, да. Потому что ему это хотелось. В общем, мы как-то чувствовали, что он идет к какому-то успокоению. В смысле творчества, что он хочет более глубоко идти. Вероятно, в прозу, да. Вообще, каждая песня – это, в общем, сам по себе сюжет, понимаете? Конечно. Каждая, так сказать, баллада с сюжетом, завязкой, значит, какой-то кульминацией, развязкой. Почти все. Они Конечно. Имеют, в общем, это очень трудный драматургический, жанр. Да, Конечно. Трудный жанр, потому очень что нужно... Потом, вот в нем еще, конечно, невероятно было это то, как он
проникался, вот, так сказать, влезал в душу каждого персонажа, от имени которого он писал. Кстати, потому все думают, что он жил 30 жизней, потому да, что он был летчиком, и летчиком, и шахматистом, и спортсменом, и сидел, и военным, и алкоголиком, и что угодно. Да. Так что все это, конечно, богатая очень натура у него была. Он как будто жил очень долго, в общем. И очень прекрасно знал, умел рассказать маленькие, ну, в короткие формы, то есть форма маленькой поэзии, песни, целую судьбу человеческую. Скажите, он выступал в Париже с концертами? Конечно. Ну и как это принимали? Ведь там же очень трудно перевести его стихи, в них много жаргона, много, так сказать, подтекста и так далее. Стихи понимали советские, которые там сидели, естественно. Потому что нужно сказать, что даже русские люди, которые говорят по-русски, они не могут понимать, в чем дело, не зная Советский Союз, потому что тут вся речь идет про Советский Союз все-таки в многих. Песня. Ну, про нашу жизнь, конечно, со всеми ее тонкостями, нюансами и так далее, и так далее. И юмор его, который знаменитый его юмор, его понимать можно только, если есть понятие, о чем он юморит, вы понимаете. Но нужно сказать, что у него был такой актерский дар и такой голос. Я могу вам рассказать маленький анекдот, очень короткий. Ко мне приехал японец, который говорил только по-английски, кстати, плохо. И сказал: вот я к вам пришел, потому что я слышал голос вашего мужа в Японии во время дефиле, модном дефиле, моду показывали французскую, взяли его голос, я не знаю почему, как это случилось. Я не знал, кто это, я нашел его фамилию, мне сказали, что в Париже есть пластинки. Я приехал сюда, нашел пластинку, увидел лицо, сказал, это он, поставил пластинку, это... Да, это был он. И теперь я к вам прихожу и прошу у вас разрешения писать про него книгу. Я говорю: ну, слушайте, он человек, он актер, он артист, он всем принадлежит. Я не имею никаких прав на его искусство, на его то, что он есть. Я ставил, это он сделал. Пожалуйста, если вам хочется, пишите про него. Ну, как вы это? Я теперь буду учить русский язык. Так что есть такие люди, которые занимаются его творчеством, и это очень трогательно. Но я хотела рассказать, что, в общем, он пел везде в мире. Он пел в Америке, он пел в Мексике, он пел на Таити, он пел в Италии, везде, где мы были вместе. И люди обычно не понимали русский язык, тем более не понимали, в чем... Такой сложный еще этот язык. Суть дела, в общем. Но они были под впечатлением голоса и трагизма, и нерва, и силы, которые у него... Это международный язык, это человек, который что-то орет, какую-то там свою боль внутреннюю. И вот это понятно на всех языках. Потому его концерты, где бы они ни были, они всегда были удивительно густыми. Вот... ощущение, что люди потрясены просто. Так было. Скажите, Марина, ну вспомните, пожалуйста, теперь какой-нибудь случай, когда все-таки он вас чем-то очень огорчил. Ой, боже. Нет, я не хочу. А наоборот тогда, когда он вас очень чем-то обрадовал. Ну, он меня все время и огорчал, и обрадовал. Вы знаете, жизнь это все время баланс такой, один раз плохо, один раз хорошо. Нельзя, это рассказывать невозможно так. Ну вы, но... когда вы жили в Париже, вы тосковали по нем? Хотели его видеть, хотели приехать? Ну, конечно. Я сейчас тоскую по нем еще. Так что, естественно, я тосковала, но это тоже, может быть, дало какой-то плюс нашей жизни, что мы не ежедневно сидели вместе, друг друга видели ежедневно. Мы имели очень... сильную в этом смысле жизнь, очень свежая любовь была всегда. Может быть, из-за того, что мы не ежедневно жили вместе. Может быть. Да. Хотя это сложно. Особенно для женщины очень сложно это жить.
Нет, я думаю, что это в равной степени для мужчины, и для женщины. Нет, ну болтаться между двумя странами, с детьми, без детей, два дома, две культуры, две системы политические, это очень сложно все это, остаться все-таки на каком-то среднем, здоровом уровне. Это очень сложно. Ну, у вас, так сказать, наверное, благодаря этому появилось очень много друзей здесь, в Советском Союзе. Да, конечно. Но они у меня были, вы знаете, до знакомства с Володей, я все-таки была часто в Советском Союзе, у меня уже были многие друзья тут. Но потом, естественно, я тут просто жила 12 лет фактически, так что у меня дом был открыт, ко мне всегда приходили люди каждый день, к нам, не ко мне, к нам с Володей. И жизнь была очень интересная в Советском Союзе для меня. То есть очень духовная и наполненная, вероятно. Невероятно. Я думаю, что нигде в мире не было... Ну, может быть, это эпоха такая была в то время, вот эти годы, 70-е. Не было вечера, чтобы кто-то не пришел показать картину, спеть песню, я не знаю, рассказать сценарию. Пригласить на спектакль. Пригласить на спектакль. Почитать книгу там и так далее. Ну, так далее. Больше всего, нужно сказать, люди не очень печатались, и не очень выставлялись, и не очень спектакли ставили. Это были люди больше, которые надеялись. И это были люди, которые занимались творчеством немножко вот в таком узком круге. Кругу? Да, кругу можно. Кругу, и так можно. Подержи. Вот, но был период очень интересный, конечно. И потом Володя все время рос, и все время назревали новые какие-то вот границы. Как вы заметили, вот это его, действительно, он ведь, так сказать, от певца, так сказать, улицы, грубо говоря, стал, в общем, певцом страны. Абсолютно. Вот как это происходило? Вот это ощущали? Вы ли это вы вдруг почувствовали? Или постепенно? Нет, как это видно было просто на глаза. Он рос на глаза. Не по дням, а по часам, как говорится. Просто удивительно рос. У него были, конечно, прыжки такие, моменты, где он меньше. Это как у всех в творчестве. Но все-таки он очень... Как это можно сказать? Он очень быстро возрос... Нет. Ну, вырос. Вырос. Нет, как-то, в общем, ну да, тоже тот глагол расцвел, скажем, творчески, я бы так сказал, понимаете. Скажите, а вот то, что ему, какие у него отношения были, ну, так сказать, скажем, с чиновниками, с бюрократами вообще-то, вот что ему доставалось ему, так сказать, от них? Или среди них были у него поклонники? Вот расскажите. Вы знаете, я могу сказать одну вещь, что если бы у него не были среди них, как вы говорите, поклонников, он бы вообще никогда не выехал из Советского Союза, он бы никогда не мог бы выступать, даже если он мало выступал. Ну, были какие-то люди, которые его все-таки любили и поддерживали. Но в основном ему, конечно, не давали ни спеть по радио, ни по телевидению, и он мало снимался, в общем, для такого уровня актера. Все-таки странно, что он снялся в некоторых картин, но не очень много. Нет, ему было нелегко, конечно. Ему было нелегко. Но это его не озлобило. Я думаю, что все-таки надо все-таки слушать то, что он сам писал по этому поводу. Потому что он все ваши вопросы, он на всех ответил. Все, что он чувствовал, писал. У него не было ни фиги в кармане, как он сам писал. Он, так сказать, то, что думал. То, что чувствовал, он, так сказать, про это пел и хрипел, и кричал на всю страну. Абсолютно. И очень открыто и храбро себя вел. Он говорил то, что он думал. Вы знаете, Марина, я вот когда готовился к встрече с вами, я вспомнил одну песню, я хочу, чтобы вы ее сейчас послушали, потому что мне кажется, что она имеет какое-то отношение к вам. Я не знаю, где у меня тут сейчас стоит музыка, это качество... Ладно, послушайте. Вы, наверное, это кончается предыдущая песня. Обедать тяжело, а завтра
Нет, пела. Пели, да? Да, это очень плохая пленка. Пленка будет хорошая там. Эту песню я пела. Между прочим, тоже тут вопрос очень странный. Почему эту пластинку никогда не издали? Нашу пластинку общую. Мы же пели «Большой гигант» вместе, 6 песен. Это где было? На мелодии, он готов. Все готово, и обложка готова. Министр культуры передо мной 3 раза звонил по телефону в мелодию, говоря, давайте. И ничего не вышло. Никогда. И до сих пор эта пластинка не вышла? Нет. Она лежит на мелодии уже. А сколько? 6 песен вы вместе спели, да? Нет, 6 я пела, 6 он. Составили такую лирическую пластинку. Угу. Конечно, я пела его песню, эту песню, между прочим. Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, есть мелодия Володи, выпущенная во Франции с оркестром. Это что, как это происходило? Это он пел, нет, он записал во Франции? Да, да, я про это говорю. Большой, двойной гигант, там 20, ну, больше даже. Не помню, сколько песен. Но это было так, он сделал. К счастью, он что-то сделал там. И в Канаде тоже он записал. Тоже пластинка вышла, да? Да, да. Он 4 пластинки всего записал на Западе. 2 во Франции, 1 в Канаде. 3 во Франции, 1 в Канаде. Вот. Но я надеюсь, что они скоро все-таки попадут официально в Советский Союз. Они существуют у всех на магнитофонах. Ну, да, я знаю, да. Просто чтобы у всех это могло быть, потому что это очень хорошая качество, да. И хорошие музыканты с ним работают. Я могу сказать, что, конечно, ведь вот что поразительно, что люди переписывали. Иногда было такое плохое качество записи, что только можно еле было разобрать слова, но все равно был такой духовный голод, такая жажда по правде, по какому-то, так сказать, чистому и верному слову, что вот эти записи, ведь, по сути дела, он, в общем, завоевал народ с помощью магнитофона, по сути дела. Я думаю, уникальный случай человека, который стал самый знаменитый в своей стране без никакой помощи рекламы. Да. Ни радио, ни телевидения, ни прессы, естественно. И немножко кино помогало, немножко. Ну, какие-то фильмы, но немножко. Потом, но вначале мало все-таки. В общем, да, он стал звездой. Это даже не то слово, он больше, чем звезда. Я думаю, что он... Как это мне нужно найти слово по-русски? Я могу сказать, как по-русски это называется. Это было такое в 19 веке термин «властитель дум». Можно так сказать, понимаете? Конечно. Вот такой вот это было... «Maître à penser» по-французски. Это «мастер думать». Это человек, который дает людям повод на что-то думать. О чем-то думать. О чем-то думать. Мыслить на какую-то тему. Человек, который будет мысль в людях. Вот. Потому и который будет в хорошем смысле, который стряску дает, чтобы люди не засыпали и не становились как вот такие полудураки, в общем. Скажите, Марина, а что вот вы чувствуете, когда приезжаете в Советский Союз и вот видите эту... И ощущаете наверняка, так сказать, это и к вам относится конкретно, и вообще, то есть вот эту любовь к Володе со стороны вот всех людей. Вот что вы чувствуете в этот? Конечно, это меня больше всего волнует, что его так любят. И что наконец-таки даже, можно сказать, его уважают официально, потому что его всегда уважала публика, но его все-таки всегда немножко отбрасывали от магистрального, скажем так, искусства.
А теперь все-таки, я думаю, что потихоньку, хотя тут есть переборы тоже, из него делают какого-то чудного, хорошего мальчика, чистенький такой, сынуля и так далее. Это все наводит неправда. Наводит хрестоматийный глянец, полностью, как писал Маяковский. Ну, это такой момент, я думаю, пройдет через 20 лет, 10 лет, уже будут по-другому про него говорить, я надеюсь. Не будет больше этой... сладости. Вот. Который он не был совсем. Он был настоящий мужик. У него были свои очень большие недостатки. Но он был хороший парень, конечно. И я рада, что теперь то, что он человек, это человеческие его недостатки, это наша проблема, мы, которые с ним жили. То, что он оставил на будущее, это он сам все там объяснит. И все понятно. Когда читаешь его стихи, он понятен абсолютно, он открытый, как открытая книжка, в общем. Его можно, нужно читать его, и все. Никто не может лучше него сказать про него. Марина, я просто еще раз благодарю вас от всего сердца за то, что вы приехали, за то, что вы это все рассказали нам. И будем, так сказать, надеяться, что память о Володе будет жить вечно, потому что он оставил, в общем, замечательное, огромное, прекрасное наследство. Да, за такой короткий срок жизни он оставил колоссальную работу, очень богатую. И нас уже давно не будет, он все тут будет. И, вероятно, будут новые грани открываться потихоньку, потому что я вам говорю еще раз, много осталось. Много, я оставила все тексты, так что на этом можно много работать еще. И нужно, нужно обязательно. Спасибо вам. И единственное, что я хочу сказать, вы, в общем-то, все равно не отрывайтесь от России, потому что, значит, тут... Вы, ну, вы знаете, Россия не только ваша, Россия тоже моя. Я понимаю, я и говорю, я очень рад вас видеть здесь, и мы всегда здесь будем рады вас видеть очень. Спасибо. Просто. Спасибо вам. Секундочку. Ой. Марина, я хочу еще одну песню. Послушайте молча просто. Послушайте, подумайте, повспоминайте. А мы сейчас снимем просто крупный план Марины. Ладно, а я сейчас включу. Тут еще есть одна песня, которую мне говорили после этой, которую вы очень любили. И ничего не говорите, только слушайте просто. Саш, как можете снимать, снимайте. Сейчас после этой будет другая. А вы от него панораму сделаете, да? Увязались, он настиг меня, догнал, обнял на руки, поднял, рядом с ним седле беда, ухмылялась. Надо найти эту пластину. Найдем. Нет, вы не обращайте внимания на качество. Качество будет хорошее. Нет, я говорю, это я просто не пою. У Саши, я знаю, это достанем. У Саши я взял просто диктофон. Я хочу просто, чтобы сейчас вот пойдет следующая песня, чтобы просто у нас был ваш крупный план, как вы ее слушаете. А? Сейчас. Следующей песни нет, она до этого, очевидно. Сейчас послушаю. А нет. На качество не обращайте внимания. Батарейки хорошие, там дело не в батарейках. Просто как-то магнитофон плохой. Снимайте. Просто подумайте, повспоминайте. Вверху лезу, то ли выстанут
тебе зло. А может лучше под гитару? Нет. Лучше в сани рысаком и уехать к яру. Вот тропа, то не в сласть, то не в масть карту класть, то ли счастье украсть, то ли просто упасть в грязь. Навсегда в никуда вечное стремление. То ли с неба вода, то ли разлив весенний. Может, это песня без конца, а может, без идей. А я строю печку в израстах, или просто сею. Сколько лет счастья нет, впереди все красный свет. Недопетый куплет, недодаренный букет бред. Назло всем, насовсем, со звездою в лапах, без реклам, без эмблем, в бимах косолапый. Не догнал бы кто-нибудь, не почуял запаха, вдохнуть бы. Продыхнуть со звездою в лапах, из нее в нее ничего не мое, не веселое житье, и были я, и то ее, я мое. Я не слушаю его. Мне очень трудно. Я понимаю. Простите, что я это... Нет. Вспоминаю. Бедный мальчик. Все. Нина Максимовна, вот судя по Володиным песням, у меня впечатление, что он во дворе провел немало времени и хорошо знал дворовой быт. И думаю, что вам, наверное, было с ним нелегко и, так сказать, наверное, порой даже и не сладко. Ну, как вам сказать, трудно всегда бывает, когда воспитываешь ребенка в трудных условиях, тем более, что это шла война. И
я работала в Министерстве. И война, и без отцовщины. Да, да. Семен Владимирович был на фронте, и оставить было не с кем. Он оставался с соседями, конечно. И я часто приходила с работы, заставала на столе много посуды, он кормил своих товарищей. Добротой он отличался всегда. Были такие трогательные моменты, когда я однажды пришла с работы, и он говорит: «Я тебе вот испек оладьи». Ну, если бы вы посмотрели, что это за оладьи были, он натер картошки, и так как у него не было масла, как он сказал, я тебе пожарил на водичке. Ну, они были черного цвета, и я вынуждена была это съесть. И хвалить? Что, да, и хвалился, что он испек. Я это съела. Нет, а вы хвалили, что это вкусно? Да, что это вкусно, молодец, что вот ты маму встретила такими. Ну, положение было такое, что как все дети, они бегали во дворе. И иногда я, когда приходила с работы, даже не знала, где его искать. Мы работали до поздней ночи. И когда я приходила, и кто-то из соседей выходила, какая-нибудь заспанная соседка, и говорила, что он у меня. Вот. А днем, безусловно, бегали во дворе, и все эти вот впечатления, изложенные им вот в этой песне, «Баллада о детстве», угу, они как раз очень хорошо отражают и время, и его настроение, и поведение ребят. Ну, он гонял голубей, там, дрался, участвовал, ну, голубей, в каких-то... Нет, вообще. Голубей как раз у нас не было, не в доме. Было. Да, голубей не было. Ну, во всяком случае, вот насколько мне известно... Ну, пристеночек он играл, судя играл, по песне. Играл, конечно. Там, в расшибалочку, наверное, играли, тоже. Играли, фантики играли, там они вышибали этими бумажками, безусловно. Но, несмотря на это, он не был грубым мальчиком. Он был всегда очень вежливым и все-таки, мне кажется, миролюбивым. Он сам не налетал, но уж если кто-то его, значит, заденет, я думаю, что он сдачу давал так, как нужно. А что касается в школе, конечно, учился он хорошо. Он учился, он был способный. Его было видно сразу, что он способный. Но если бы посмотреть его тетрадки, то это был далеко не каллиграфический почерк. И он ухитрялся даже, знаете, как писать не пером, вот тогда ведь чернила были, а он переворачивал деревянную эту острую часть ручки, макал в чернила и писал, значит, вот так. Он считал, что вот так крупнее, так лучше. Учителя на него жаловались или были довольны? Как нет, особого такого... Жалоб особых не было, это был начальный, первый, второй класс. И наоборот, он довольно так трогательный такой мальчик был. И там им выдавали какие-то конфеты в буфете. И он, когда я приходила поздно вечером домой, и он сонный, что я его брала домой спать, он в ручке держал конфеты, которые он сохранил для меня. Ну, я думаю, что вот это все, что происходило в то время кругом, и такой тяжелый труд, и соседи, и он видел, что я много работаю, на нем, безусловно, отразилось это. Вот такое какое-то из самого взрослого человека такое отношение к труду. Вот. И дальнейшее, когда я работала ночами на фабрике картографической, он там и ночевал у меня, и стоял у рабочего стола. И вот такая атмосфера такого труда и напряжения в военное время, вот в тылу, я думаю, что это сказалось на его характере и на его поведении в дальнейшем. Нина Максимовна, вы меня извините, я сейчас задам вам, вероятно, вопрос бестактный, и который... Нина Максимовна, извините, я сейчас задам вам, вероятно, бестактный вопрос, но я тут, так сказать, тем не менее, мне кажется, что в интересах дела я должен это сделать. Я еще раз прошу извинения. Но, к сожалению, в общем, все мы не вечны, понимаете? И я просто думаю о том, что вот эта квартира, в которой сохранилось практически все так, как было при Володе. Ну, не дай бог, так сказать, но когда-то это может случиться, и вдруг она останется бесхозной. И я боюсь, что все будет расхищено, так сказать, предано, продано, разбросано. И потом,
когда спохватятся, так сказать, люди через 20-30 лет, и уже ничего не найдешь, это будет разобрано всякими, так сказать, людьми, друзьями, недрузьями, лжедрузьями. Поэтому я хочу вам задать вопрос. Я думаю все-таки, что нужно сейчас уже позаботиться о том, чтобы государство, так сказать, взяло бы эту квартиру под свое крылышко, чтобы, не знаю, музей или мемориальный музей, мемориальная квартира, но чтобы все это, в общем, было бы сохранено для, так сказать, для народа, для будущих поколений. Как вы вот сами смотрите на это? Я часто думала над этим, потому что, судя по интересу людей, которые проявляют, и к личности Владимира, и те, которые приходят вот в этот дом, просто приезжие какие-то люди, которые просят посмотреть хотя бы на дверь. Покажите, вот где дверь, нам хотя бы на дверь посмотреть, вот где жил Владимир. Как это будет выглядеть? Меня этот вопрос тоже мучает. И не потому, что там какие-то вот вещи, там мебель и так далее. А все, что есть в этом доме, это связано с его жизнью, с его творчеством. По дому, по тем вещам, которые есть, можно определить, какой человек был, какие были у него интересы. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы это все сохранилось. Тем более, что дети Володины, сыновья, они бы с дорогой душой, конечно, хранили бы это все, но они в силу обстоятельств и условий жизни, они даже не могут книги взять и сохранить. Просто нет места. И мне кажется, что мы что-то все вместе должны делать в этом отношении, сохранить. Я тоже понимаю, что я не вечна, и меня этот вопрос очень мучает. Скажите, пожалуйста, теперь два слова, буквально несколько слов о ваших внуках. Чем они сейчас занимаются? Сколько им лет? Что у них в жизни происходит? Ну, сыновьях Володи. Сыновья Володи, да, у него два сына. Старший Аркадий, 62-го года рождения. Он учится в ВГИКе на сценарном отделении на третьем курсе. Имеет двоих детей уже, несмотря на то, что он еще сам молоденький папаша. Девочке вот исполняется 5 лет, Наташе. И мальчику Володе, который назван в честь деда Владимиром, 2 годика. Один ходит в ясли, другой в детский сад. Вот мать этих детей тоже учится в дневном институте на 4-м курсе педагогического. Что вы им помогаете? Да, я помогаю. И, все, наверное, что в моих силах, Семен Владимирович помогает, Евгения Степановна в силу возможностей. Все мы вместе растили и внуков, и правнуков. Никита в этом году летом окончил студию МХАТ. Закончил ее с отличием. Вот, на протяжении всего времени обучения 4 года учился хорошо. Я беседовала с преподавателями, они очень хорошо отзываются о нем, как о человеке. Сейчас он служит в армии, вот, на Украине, уже окончил сержантскую школу, но в ближайшее время, я думаю, что он будет где-то рядом с нами, будет работать. Пока еще судьба его не определилась. А в каком театре неизвестно еще, да? Еще неизвестно. Вот у него тоже в октябре родился мальчик, который в честь прадеда назван Семеном. Вот, так что жизнь продолжается. И я думаю, что Володя... И род Высоцких продолжается. Да. И я думаю, что если бы Володя был жив, он бы был счастлив от того, что вот... А Володя не застал, значит. Да, Володя не успел, застал. Ни одного после внука, кончины ни Володи, да. Аркаша вскоре женился. Ну вот, значит, Никита 64-го года. Ну, мальчики хорошие, в общем, я рада за то, что вот они есть. И когда все произошло, они больше, чем кто-нибудь другой, меня выручили в том отношении, что когда я здесь осталась одна, без Володи, и я в этой квартире не жила, мне было очень трудно. И мальчики приходили, оставались со мной, ночевали и поддерживали меня в этом отношении. Ну, жизнь продолжается, нужно помогать детям и учиться, и растить правнуков. Вот Никитина жена, она тоже актриса, окончила тоже студию МХАТ. Но пока маленький ребенок, она работать не может. Я думаю, что они потом будут также служить искусству, как Володя.
когда Володя умер, Никита как-то сразу решил, я буду актером. Папа нес радость людям, и я хочу нести радость людям. Спасибо вам, Нина Максимовна. Спасибо огромное за беседу. Спасибо за то радушие, с которым вы нас встретили. И главное, просто огромное и сердечное благодарность за то, что вы родили такого прекрасного, замечательного, благородного, честного сына. Спасибо вам. Мне очень приятно. Все это и тяжело, и вместе с тем радостно, что жил такой человек, который приносил людям радость. Мне кажется, что это большая награда родителям, и друзьям, и близким, и всем, кого интересует личность этого человека. Стоп! マルガリータ役の女優が
Странный вопрос, но какое чувство вы испытываете, когда вы выходите на сцену обнаженной? Чувство, мое чувство, это чувство Маргариты. Ну, чувство голости. Ну, у нас на нашей сцене, на советской, не очень можно и не очень принято оголяться. Вот. И обнаженность у нас не разрешается, наверное, да, так можно сказать, да? Это единственный возможный вариант показать Маргариту на бале, оголенной, раздетой, ногой. По-моему, удалось. Как вы считаете? Это не мне говорить, это неудобно самому говорить. Я думаю, Пастернак лучше в своем стихе может сказать. Ну, что я буду говорить? Стих этот знаменитый, все знают, вы прочтете перевод по-японски. Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописью не трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не значи, быть притчей на устах у всех. Но я иногда бываю притчей совершенно не по своей вине. А там Журайтис напишет письмо какое-то дикое, и станешь притчей. Пусть он защищает свою культуру у себя, он там прибалтиец, вот пусть он там и защищает. А что он так защищает русскую культуру? Я сам русский. И сам обожаю нашу литературу, которая одна из самых великих литератур мира. И а зачем же он на своих коллег, причем он знал, что мы это делаем, что он делает вид в письме, что он не знает, кто это делал, он все знал. И почему он на нас, как Раскольников, вот последняя работа театра «Преступление и наказание», он на нас, на своих коллег по профессии, с топором, как Раскольников, идет. Это некрасиво, по-моему. この舞台から徐々に発表される。ドラマは厳しい社会規範と特権的ながら独特な演出法によって絶えず取り上げ社会に大きな反響を呼び起こしています。今やプロ人気はモスクワ人気ではなど、ソビエト一流の劇場をしのぎフランス、イタリアなど西側諸国への応援にもたびたび招かれています。 ここはモスクワの下町にあるタガンスカヤ広場。地下鉄駅を降りるとすぐ目の前にあるのがモスクワ演劇界でも一二の人気を誇るこのタガンカ劇場です。午後4時、まだ夜の開演まで3時間もあるというのに、ご覧のように当日売りのわずかな切符を求める人たちでいっぱいです。今夜の出し物は去年2月の初演以来モスクワ演劇界の話題を集めている ドストエフスキーの罪と罰です。午後6時前、劇場の表玄関から 50m ほど離れた劇場職員専用の通用口に横付けされた1台のメルセデス・ベンツ。外国製の車の少ないモスクワでは大変目立ちますが、運転席から降り立ったこの人は今夜の出演者の一人でソビエトの演劇芸能界の人気者でもあるウラジミール・ビソツキー氏です。 ビソツキーは今年42歳、タガンカ劇場のトップスターであると同時に自分が作詞作曲した歌をギターと独特の渋い低音で聴かせる歌い手としても特に若い世代や指揮人の間に人気があります。例えばカリウドの行為を逃れて自由の身になった狼に例えて、国外亡命者の心を歌った狼という歌や厳しい軍隊の掟の犠牲者となった兵士の悲しみを歌う
トリオによっては反戦の歌ともいえる兵士という歌などがあります。ビソツキーの変わっているといえば、その奥さんがフランスの往年の映画女優マリナ・ブラディで、今もこの2人は1年のうち半分ずつモスクワとパリで生活しているということです。外国人、特に西側の人々との接触にやかましいソビエト社会では異例のことで、そうしたビソツキーの自由奔放な生き方に若い世代のソビエト市民が一種の憧れを抱いているのかもしれません。Дело в том, что, я думаю, есть тоска в доверительной интонации. Вот вы понимаете, мои вещи, они не носят характера развлекательности чистой, а просто, я думаю, что интонация, вот эта вот возможность беседовать в песне со зрителями, причем всерьез, с доверием и с уверенностью в том, что их беспокоят те же проблемы, что и меня. この日の出し物罪と罰は、ドストエフスキー研究家のカリアキン氏が脚色、タガンカの主任監督リュビーモフ氏が演出したもので、タガンカ独特の舞台を繰り広げています。開演を知らせるベルを合図に、観客席に入ってきた観客は入り口の前舞台にラスコルニコフに殺された老婆とエリザベータの死体が転がっているのに驚かされます。舞台装置は相変わらず簡素で、中央に置かれた一枚の戸板が部屋の扉になったり壁になったり、時にはベッドや荷台を運ぶ担架になるなど、自由自在の場面転換に使われます。さて、この多眼科劇場の罪と罰のもう一つの話題は、芝居の幕間の劇場ホールに学校の教室机が一つ置かれ、ある中学生の作文のコピーが観客に配られていることです。ドストエフスキーの罪と罰はソビエトの中学校で文学の教材に使われていますが、この中学生の作文は、主人公ラスコリンコフの破滅は彼自身の弱さによるもので、彼の理論のせいではなかった、ラスコリニコフの殺人は正当なものだったと、こう書いています。個人より社会や国家の存在を重く見る、いわば社会秩序優先のお国柄のソビエトの学校でこうした考え方の子供がいること自体興味深いことですが、リュビーモフ監督はこれを決して笑い事とは見ていないようです。ラスコリニコフの犯罪を正当化することは、第二のヒトラーやスターリンを生むことになる。体制や権力に批判的なリュビーモフ監督は、罪と罰の演出を通じてソビエト社会に対しこう警告しているようです。